Всем привет! В эфире программа Top Fashion Video и я, Адриана. Все самые яркие видеоновинки от закулисья фэшн-показов до настоящих мини-фильмов от ведущих модных домов. Только на телеканале World Fashion. Начинаем! В Лос-Анджелесе состоялся показ новой круизной коллекции Moschino. Прошел он ярко, весело и иронично, как это обычно бывает на шоу-бренда. Креативный директор Moschino Джереми Скотт рассказал, что он сделал коллекцию, вдохновившись поездкой из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. По словам дизайнера, эти два города для настоящих мечтателей, которые соединяет очень длинная и пустая дорога. Или не такая уж и пустая, если вы знаете, на что смотреть. Белла Хадид стала лицом коллекции аксессуаров Max Mara «Осень-зима 2017-2018». Брюнетка сменила на этом посту свою старшую сестру Джи-Джи, которая была амбассадором марки последние несколько сезонов. Для съемки 20-летняя модель примерила элегантные пальто и брюки из последней коллекции итальянского бренда. Но основной акцент рекламной кампании был сосредоточен, конечно же, на стильных аксессуарах, кожаных сумках и солнцезащитных очках-бабочках. Осенью хочется одеться в уютную пижамку, забраться под плед с какао и печеньками и смотреть какие-нибудь романтичные мелодрамы. Но у женщин в стиле Max Mara на эту осень другие планы. В одежде из осенне-зимней коллекции дома сидеть не захочется, даже если за окном противный дождь. В таких многослойных образах холодно точно не будет. А если захватить с собой подругу на прогулку, о, тогда безумное веселье вам обеспечено. В новом видео Эрмана Шервина все безупречно. Идеальная пара, идеальное место и, конечно же, идеальная одежда. Влюбленные прогуливаются вдоль Сены. Серое парижское небо и мосты – самые подходящие декорации для черно-белого фильма, главная роль в котором отведена коллекции сезона «Осень-зима 17-18». Героиня Эрмана Шервина – сильная и независимая женщина.
Она сочетает маскулинные костюмы с высокими каблуками и струящимися легкими платьями, создавая тем самым новое понимание женственности. Коллекции Эрмана Шервина «Весна-лето 2018» мужчины стали еще свободнее. Эта свобода проявляется в сочетании строгих жакетов и тренчкотов с рубашками в клетку и потертыми джинсами. А лонгсливы красного, желтого и розового цветов с принтами в виде пальм создают праздничное настроение. По мнению Шервина, таким ярким и непринужденным и должен быть следующий сезон. Дикий-дикий запад. Для показа своей дебютной круизной коллекции в доме Dior Мария Грация Кюри выбрала заповедник в Калифорнии. Подиум показа был превращен в бескрайние прерии Дикого Запада, на фоне которых дефилировали модели. I was walking because I prefer to walk in this field. It's nicer to be in contact with this light, with this field and the smell. Try to do meditation every day to clean your mind. Well, right now I'm making ceramics, and I think it's very grounding and very much about your connection to the earth. What do you think of this location? I serve God, and I believe in God, and that's as far as it goes. I haven't thought through my spirit animal yet, though. It's goldfish. I'm Japanese. In Japan, we believe that goldfish will die for you and will bring luck. Probably the eagle. But I kind of think of Linda Rodin as my spirit animal. Le hibou. J'adore les hiboux. Moi, j'écris en fait. Alors, j'écris beaucoup, beaucoup, et ça me met dans un état, je dirais, méditatif. Meditate and just connect to that higher power. Yeah. Карл Лагерфельд – мастер превратить каждый показ в настоящее шоу. И Шанель от Кутюр «Осень-зима 17-18» не стал исключением. В этот раз атмосфера в Гран-Пале, где проходил показ Шанель Кутюр, была пропитана истинным шармом французской столицы. С помощью декораций зрители переместили прямо на улицы Парижа. А посреди зала красовалась миниатюра Эйфелевой башни. Смотрите историю показа в следующем видео. Thank you.
is like steeped in history, and there is something sort of classical about it, but it doesn't have an austerity that makes me uncomfortable. Like, I don't want to stop when I come here. I want to make things, I want to do things. The coolest thing about putting on these clothes is like revealing aspects of yourself that you weren't like too aware of. Artistically, it's inspiring to me. What all the accumulation of the gray did, it like made you really pay attention to the silhouette, shapes and ideas. You know, those things become further punctuated when there's like a solid color. I have certain knowledge, having been fortunately to the atelier yesterday and seen those pieces up close and recognized some of the graphic designs of the painter Robert Delaunay. Of course, he painted the Tour Eiffel a lot, which of course is one of the reasons why we were in the Grand Palais under the Tour Eiffel, which was a beyond experience. Today's collection was really inspiring. It's very romantic, it's very strong, very dramatic, which I loved and wasn't quite expecting. I loved the marriage between leather and tweed, and the final dress was just absolutely wonderful. Never seen a wedding dress quite like it. So many things that are so fantastical, but so, so wearable. And I think that's the remarkable thing about Carl, is that he has a level of artistry and imagination combined with kind of a humanity and craftsmanship that you don't see very often. It's like wearing this beautiful piece of art. На этом у меня все. Вы смотрели топ фэшн видео. Еще больше ярких и стильных видео в наших следующих выпусках. Не пропустите. С вами была Адриана. Пока!